Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу вам показать вот моя ипомея квамаклит. Она прошла всю стратификацию. Семена я специально не снимала. И вот они. Коробочки с семенами. Вот сейчас чуть-чуть снежок уйдет, и я их сниму. И вот это вот у меня будут семена на будущее. Весной буду высаживать. Любят они тепло, когда уже совсем тепло. Где-то в конце апреля, начале мая буду их высаживать. И пока они у меня на улице. Я каждый год так делаю. Семена очень хорошо потом сходят. Это, естественно, стратификация происходит. Вот, ну, такое коротенькое видео, чтобы кто если будет выращивать, чтобы можно было собирать свои семена и чтобы они работали хорошо. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал, подписывайтесь, оставляйте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всегда с вами Марина Матвеева.